Коврин работал с прежним усердием. Не замечал сутолки. Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолки. То, что говорил Черномонах об избранниках Божьих, вечной правде, о блестящей будущности человечества и прочь, придавало его работе необыкновенное значение. Наполняло его душу гордостью, сознанием собственной высоты. Раз или два в неделю он встречался с монахом и подолгу беседовал с ним. Это не пугало, а напротив, восхищало его. Так как он был уже крепко уверен, что подобное видение посещает только избранных, выдающихся людей, посвятивших себя служению идее. Однажды монах явился во время обеда и сел у окна. Ковин обрадовался и ловко завел разговор с Егором Семеновичем и Таней о том, что могло быть интересно для монаха. Черный гость смотрел и кивал головой. А Егор Семенович и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозревая, что Коврин говорит не с ними, а со своей галлюцинацией. Ты одним своим лишь словом можешь боль души моей уврачевать. А кто ж не посмеется, слыша ваших уверений? Это он зовет любовью. Это шутки, без сомнения, знаю цену им давно. Тоже мне твердил презренный. Мне здесь слезы не помогут. Сердце бедное, ужаснее. Здесь слезы не помогут. Испытание снеси. Здесь незаметно подошел Успенский пост, а за ним и день свадьбы, которую по настойчивому желанию Егор Семенович отпраздновали с треском, то есть бестолковую гульбою, продолжавшуюся двое суток. О, красотка молодая. Кто же не посмеется, слыша ваше уверение? Я на все готов. Это шутки, без сомнения, знаю целым давно. Тем одним своим лишь словом. Но вы любите развлечений, вас я знаю хорошо. Души моей уврачевать. Сердце бедное, чужое сердце испытание снести. Сердце бедное, мужайся испытание. Любви, ты распрощайся грезам всем. Скажи простецким грезам, да всем грезам. Вы любите развлечений, вас я знаю хорошо. Сердце бедное, мужайся испытание. Сердце бедное, мужайся испытание. Вы любите развлечений, вас я знаю хорошо. Съели и выпили тысячи на три. Но от плохой наемной музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты, не поняли вкуса ни в дорогих винах, не в удивительных закусках, выписанных из Москвы.